Газпром. Для того, чтобы туда добраться, вы едете по дороге, уже в Лесосадке, на развилке. Значит, прямо это будет дорога по главной дороге на Розы Хутор. Налево дорога уходит в Газпром. Как сюда добраться, помимо прочего? Если вы приезжаете по железной дороге, вы приезжаете на станцию Роза Хутор, выходите из вокзала, берете скипас и садитесь Альпики сервис на канатку 3С, которая идет отсюда прямо до самого пика. По-моему, 20 минут она идет наверх. Вы оказываетесь на самом верху без каких-либо пересадок. Это большие кабинки, вместимостью там до 20, наверное, человек, плюс-минус, да, даже машину можно закатить. Огромные кабинки, удобно. Ну, то есть, если вы знаете то, что вы едете кататься на «Газпром», нет никакого смысла ехать вот здесь, на нижнюю станцию, подниматься один раз, второй раз, третий раз, пересаживаться, чтобы подняться до пика. Вы просто выходите и поднимаетесь сразу наверх. Это нужно обязательно вашим клиентам сказать. Значит, о катании Газпрома. Множество различных трасс, протяженностью 21 километр, перепад высот 1100 метров, различные представленные подъемники гондольного типа, бугельного типа, кресельного типа. Значит, я вам, кстати, еще не сказал про вечернее катание. Значит, на горке город и на Газпроме, в принципе, везде на курортах есть вечернее катание. Что касается Газпрома, здесь оно, вот в чем уникальность катания на Газпроме, оно здесь самое такое разнообразное и интересное, потому что практически все те трассы, которые работают у вас днем, работают и вечернее катание. Если говорить о горке город, там работает только последняя очередь, где заканчивается катание. Могу, давайте вернусь и вам покажу, потому что это тоже очень важный момент. Значит, вечернее катание заканчивается вот здесь, а начинается вот, вы поднимаетесь на этой канатной дороге одну очередь и прикатываетесь сюда. Что, в принципе, тоже вполне себе интересно, по той причине, что вы поднимаетесь на гондольном подъемнике, который наиболее быстрый тип подъемника. То есть вы приехали там, на 2-3 часа, вы успеете за это время много раскатиться. В то время как на Газпроме, например, преобладают кресельные подъемники. Они де-факто они медленнее. Поэтому прокатиться вы сможете меньше раз. Но это, опять-таки, не знаю, важно ли это, не важно будет для ваших туристов, но, как правило, если люди катаются, то они просят характеристику трасс и катания. Что еще можно сказать о «Газпроме», для кого он подходит? «Газпром» в плане сложности трасс, он самый легкий из всех горнолыжных курортов Красной Поляны. Во-первых, здесь самый маленький перепад высот. Здесь много зеленых, синих трасс для новичков. Ну, красные трассы тоже есть. Есть одна черная трасса, но они все довольно-таки короткие. То есть люди, которые катаются хорошо, поднявшись сюда наверх на кресельном подъемнике, там поднимаются в течение 10-15 минут и скатывают эту красную трассу там за минуту, например. Вот, поэтому для опытного лыжника, наверное, это будет лыжник или сноубордист, это будет не самый интересный курорт, но его можно смело предлагать людям, которые учатся кататься, для них это будет, наверное, лучший вариант. Помимо прочего, стоимость катания на «Газпроме» самая дешевая, если сравнивать с горками и «Розы Хутор». Ну, то есть самый дорогой курорт – это однозначно «Розы Хутор». Стоимость скипаса в этом году, я думаю, будет в районе 3 500 рублей. На горке город скипасы дешевле. Помимо прочего, вот как для повышения лояльности своей клиентуры, горки город предлагает для постояльцев, которые живут в любом из ранее перечисленных отелей, предлагают скидки на скипасы. На Газпроме скипасы в принципе дешевле,
почти там в полтора раза, чем на той же Розе Хутор, например. Ну и на мой взгляд, субъективный, мне кажется, подготовка склонов здесь она самая качественная. Здесь огромное количество персонала, который работает там перед открытием склона, в течение ночи готовят трассы, и когда вы приезжаете сюда утром, они идеально подготовлены. Любую трассу вы приходите, она будет идеально, идеально подготовлена. И вечернее катание на Газпроме тоже, я бы сказал, оно, вот, повторюсь, наиболее интересное. Это что касается катания. Значит, в целом о курорте. Все курорты вообще Красной Поляны, они расположены на двух высотах. Это вот нижний ярус, как в данном случае, и верхний ярус, где расположены средства размещения. Дальше, как правило, выше идет уже инфраструктура, связанная с катанием. Рестораны, там, бары, прокаты и прочие службы. Значит, говоря о Газпроме, что есть из развлечений? Нужно выделить развлекательный комплекс «Галактика», в первую очередь. Так, это уже об отелях. Значит, «Галактика» находится на нижнем уровне, на высоте 560, по-моему, там 550 метров. Ну, нижний ярус, он везде одинаковый. Там на Розе Хутор, например, 560 метров, 550 метров, на город это 540 метров над уровнем моря. А на этом уровне также находится отель «Гранд Отель Поляна» со всей своей инфраструктурой многочисленной. Выше расположен отель 4 звезды 1389, Поляна 1389. Так, значит, также внизу расположена большая открытая парковка. Борис, да, это правда, здесь большая трасса для беговых лыж и биатлонный комплекс. К слову, во время Олимпиады были задействованы два из трех курортов. Были задействованы «Газпром» и «Роза Хутор». Все, что было связано с горнолыжными видами спорта и сноубордом, все проходило на «Розе Хутор». Все, что было связано с лыжами и биатлоном, все проходило, собственно, на «Газпроме». Ну, вообще, в целом, о «Газпроме», конечно, это такой островок благополучия. Я бы так, наверное, это описал. Здесь из досуговых каких-то вещей есть здесь все. Здесь есть, ну, во-первых, размещение просто шикарное, что Гранд Отель Поляна, что Поляна 1389, я думаю, одни из лучших вообще отелей, в принципе, на стране. Горнолыжных уж точно и в принципе. Касательно инфраструктуры курорта, здесь тоже много чего есть. Там и для детей, и для взрослых, качественный европейский уровень. Люди, которые ездят, привыкли ездить, допустим, за границу, если они приедут сюда на «Газпром», я думаю, они, ну, ни в чем не разочаруются. Это однозначно.